Итак, всем привет, ребята, с вами Тимуха Домино, и сегодня играет со своего твинка, единственного на данный момент, это Нил Кеннет. Ребят, сейчас расскажу, почему я иногда захожу на твинк, зачем он вам нужен, и так далее, и тому подобное. Я, по-моему, рассказывал это давно, но сейчас решил сделать отдельное видео. Ребят, твинк это второй аккаунт от одного человека. Например, если вы играете у вас основа, например, 10 левел, вы можете желательно, как я вам советую, создать твинк, и туда скинуть хотя бы, я не знаю, хотя бы Жигули. Смотрите, зачем нужен твинк? Ребят, если не дай бог, у вас случается что-то с основным аккаунтом, где у вас там 10 уровень, 20 уровень, а здесь я на твинке. Как у меня, например, на Тимохе Домино на данный момент 19 уровень. То есть 19 уровень, если с аккаунтом, не дай бог, что-то случится, у меня будет просто чуть ли не нервный срыв. И все, ребят, что дальше делать на данном сервере? А дальше, а кто его знает? А так у меня будет твинк, и это будет круто. Сейчас расскажу, что такое твинк, что такое мультиаккаунт. Ребят, мультиаккаунт это когда вы читер, например, и используете читы на мультиаккаунте для заработка денег на основной акк, вне правил сервера. Я таким не занимаюсь. На мультиаккаунте запрещено иметь недвижимое имущество. Например, дом, не квартиру, дом. Или бизнес. Это иметь запрещено. А знаете, что не запрещено иметь, самое главное? Автомобили. И у меня здесь есть Марк 2. А Марк 2, как мы знаем, это хорошая машина. Так, меню, забрать транспорт. Вот. У меня здесь денег вообще относительно немного, около 20 тысяч, ребят. Около 20 тысяч, серьезно. Ну вот, у меня есть Марк 2. Если, не дай бог, это случится с моим аккаунтом, или, например, хотя бы бан получу я на 3 дня, или даже на один день, а мне очень захочется поиграть, что я делаю? Захожу на твинк, беру Марк 2 и начинаю наваливать. То есть, ребят, еще в чем плюс моего твинка, потому что вы знаете, что это мой твинк. А вот у людей, у которых лидеры, им сложно донести, вот типа, вот у меня есть твинк, если что, слушайте с того аккаунта тоже, что я буду говорить. Потому что в РБ-чат они вряд ли смогут сказать, ой, ребята, у меня твинк, типа, слушайте, вот так вообще не по правилам. А так, мне везет просто, ребят, понимаете, то, что, ну, то есть у меня преимущество, то, что у меня YouTube. Я вам показал, все, Нил Кеннет, то есть если этот аккаунт вы видите, это я, Тимоха Домино. Если Тимоха Домино, то это значит Тимоха Домино, ребят. А если еще другие какие-то аккаунты на первом сервере, то не я, у меня только два аккаунта. Нил Кеннет и Тимоха Домино. Две Н-ки, две Т-шки. Так, ребят, хочу получить номера, конечно, это маловероятно с нашими ДПСниками, но все же я постараюсь. Так, ребят, на красном мы остановимся. А уже и зеленый. Покрасил я его в цвет хута, дабы это, возможно, ну, был такой же легендарный автомобиль, в случае чего. Так. Так. Номера выдают. Так, ну, надеюсь, номера здесь выдают. Так. Да, да. Шо нет, блин, что ты тут корякаешь? Будет тут он мне умничать. Так. Ну. А сказать, подойти там, типа, еще рано, нет? Раздражают такие. Номера, блин, эу. Так, ребят, ну, в общем, ДПС, как всегда, работают превосходно, ну, в смысле, никак, потому что приходишь вечером, говорят, поздно, приходишь утром, говорят, ой, так вы рано пришли, приходишь вовремя, их нету, молодцы, красавчики, чуваки из ДПС, вы вообще, кто ранг 4 плюс, вы вообще работаете хотя бы иногда, я в шоке. Ладно, ребят, давайте ближе к автомобилю, почему же Марк 2? Недавно с него сделали Audi RS7. После чего я на него нажаловался, сказал, RS7 у вас лагает просто жопа, ее убрали. Молодцы, Эврика. Вот что значит администрация слышит людей. Вот, ребят, и ввели обратно Марк 2. Ну, Марк 2 мне больше нравится, нежели Audi. Почему? Да потому что я к японским автомобилям более, блин, более лучше отношусь, чем к немецким. Не знаю, с чем это связано, но немецкие автомобили я вообще практически не перевариваю. Исключением является только Mercedes. И все. Так, ребят, почему же марки еще раз? По ценовой категории, например. По ценовой категории очень хорошо то, что он стоит 900 тысяч или 800. 800. Вот. Недорогой, не дешевый. То есть, эту машину можно продать за 700 тысяч. И на эти 700 тысяч жить себе спокойно. Вот.
Эта машина хорошая, она четырехместная, она на свое удивление очень быстрая. Почему на свое удивление? Потому что огромная большая корова. Для тех, кто очень любит японские тачки, тот по-любому любит Марк. Это закон Японии просто. Закон, блин, любителей, блин, японской автомобильной техники. Я, когда любил японские автомобили, я дико тащился по автомобилю Toyota Supra MK4. Я просто, я просто тащился от той тачки. Там стоит двигатель 2 GZ. Здесь же, в свою очередь, стоит один GZ. Он слабее, конечно же. Во многом уступает 2 GZ, но валит тоже как бешеный. Марк сам по себе это обычный четырехдверный седан. Обычный, но с хорошим двигателем. С очень хорошим двигателем. Когда-то я тоже очень сильно хотел Марк 2, ребят. Очень сильно хотел Марк 2. Очень сильно мне нравится дизайн его жопы. И просто когда ты видишь, как чуваки на BMW выпендриваются, ты понимаешь, что если бы у тебя был Марк, ты бы им показал, кто здесь батя. Потому что япошки всегда жарили немок. Это закон, это всегда так было, мне кажется, так всегда и будет. Ну еще смотря какие классы автомобилей, то есть E34 вряд ли вжарит, например, Марка, а 500 и Волк, если вот так вот на трассу выехать, мне кажется, он его сожрет просто, у Марка не останется практически шансов. Вот так вот, ребят. Ну, опять же, мне, например, Марк нравится больше, чем Mercedes, например. Больше, чем... Не, Mercedes мне, наверное, нравится даже больше, чем Марк. Вот Марк мне нравится больше, чем BMW, больше, чем Audi, больше, чем Opel, больше, чем Volkswagen. Это 100%. Volkswagen мне вообще особо никогда не нравились. Но нравится этот Golf немножечко. По-моему, как-то Golf 2 мне нравился. Вот, но все-таки Golf это Golf, ребят. Очень, кстати, удачная машина, но мне не нравится. Не нравится мне Golf. Мне больше по вкусу из таких автомобилей Мини Купер. Но Мини Купер это вообще безбашенная машина. Вообще безбашенная. Ну она и, конечно, классом выше. Мини Купер очень намного выше классом, ребят. Ну вот так вот. Но вообще насчет твинка, ребят, если у вас 10 уровень плюс, создавайте твинк. Это я вам советую. Не мульти-аккаунт. Твинк. Зайдите туда, купите там, я не знаю, хотя бы Жигулёху какую-то, чтобы когда у вас что-то случится, например, с основным аккаунтом, не дай бог. Вы заходите на твинк и продолжаете играть. Тем более сейчас X2 можно на твинке получить спокойно 4 уровень и выше. А с 4 уровня уже можно зарабатывать хорошие деньги. Ребят, поэтому я всем советую купить себе на твинк какой-то автомобиль. Заходить туда изредка, играть там. Понимать, ценить, то есть что у вас есть. Если вы не будете ценить основной аккаунт, то твинк вам не пригодится. Потому что, ребят, основной аккаунт слетит, вы зайдете на твинк, о, у меня на основном маке было то, все, ухожу с сервера и так далее и тому подобное. Ребят, поэтому, если у вас где-то 10 уровень плюс, если у вас там больше миллиона, не пожалейте 100 тысяч рублей, перекиньте на твинк, купите себе Жигули или Волгу и квартирку. И все, просто кайфуйте, ребят. Я так и сделал. И я об этом ни капли не жалею. Очень классная машина. Еще прикольный псевдоним придумал. Еще все знают, что это, например, мой твинк. Пускай не все знают. Это и не нужно никому знать практически. А если такой, как я, человек, например, что вы флудите там, да, иногда мешаете снимать. Ну, в хорошем смысле этого слова. И мне надо тут что-то снять втихую, например. То я не показываю никнейма, захожу на твинк и делаю все, что мне нужно, потому что никто об этом не узнает. Вот и все, ребят. Ну, вот так вот и делаются вещи, ребят. В общем, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если вы согласны с моим мнением. Подписывайтесь на канал. Если ты, дружище, первый раз на моем канале, советую тебе подписаться на мой канал и поставить лайк. Также вступи в официальную группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Также подпишись на мой инстаграм и на мой твиттер. Жду тебя там, дружище. Ссылочки в описании. Также не забудь посмотреть мои предыдущие видеоролики «Сталкерзу в Припяти в зоне отчуждения» и «Влог на крыше» и «Влог я покупаю Range Rover». Тоже зайди, посмотри и расскажи друзьям, дружище. Всем спасибо, всем огромной удачи, всем мира над головой, всем до скорых встреч, пока-пока.